конечно. Оу, чёрт. О, ну вроде целый, яички. Блять, рванулся так сильно. А, живот заболел, сука. Яичко не отрезало, главное, блять, все целое. Крови, крови нет, нахуй. Мне, сука, прям... Ну, туда. Ну, спустимся. Опа, только на дерево меня не посади, бля. На березку. У меня от нее аллергия, давай дальше. Короче, стремновато было. Веревка прямо промеж ног залетела. А? Бляха-муха. Ну главное, что все на месте. Крови нету, бля, все. Я... Ну такие неприятные ощущения есть. Ну я отделался, считай, легким испугом. А я уже вот лечу, лечу. Я понимаю, веревка вот так вот ко мне туда залетает. Я, блядь, ничего сделать не могу, я уже все, смирился, блядь. Я просто уже почувствовал, что она, оп, туда затерлась. Блядь. Так это еще ладно, там одна веревка порвалась, оплетка. Оплетка, ну, верхняя, короче, защитная, порвалась. Завязали узел. Да я знаю, но... Как-то, когда перед самым прыжком, о, нихуя, веревка порвала, что за хуйня, что такое, бля, и все такие, бля, все такие руками разводят, что такое, бля, что такое, такого не могло быть, такого быть не могло, не, у нас нет, если этого не могло быть, то что еще может быть, хотя у тебя же мысли начинают быть, бля. Давай, сейчас, короче, тебе нужно, дальше вот это, а, сам.
Все, я уже. Опа. Что нужно? Не получается, да? Так главное на трубу не сесть. Тебе нужно будет как-то попытаться от нее ногами. Оттолкнуться? Сюда? Оттолкнуться. Держаться от нее подальше. Подальше подальше. Да, да, да. Осторожно, дерево. Опа! Проскочил. Чопа? Смотри, хоп, я все завязался за нее. Я не отпущу ее, блядь. Не, все, в принципе, уже ничего не больно, короче. Опа, что, на дерево писаешь? Зачем? Ай, блядь, да к себе потяни. А? Да вот это бери, блядь, ты по мне. Что за вообще боли дикий? Извини. Ну, она мне в ляжку вкинула, хорошо. Что, даже в ягодицу ему. Что бы там ни было, спасибо, что используете услуги нашей авиакомпании. Бля, нихуя там.